Итак, друзья, задача поменять салонный фильтр Renault Duster. Находится он вот здесь. Я его уже вот достал. У него вот такая штука. Значит, я его вытащил. Грязи на нем, как видим, очень много. Новый имеется. Значит, чтобы вытащить его, надо тянуть вот эту штуку вниз. Вот за вот эту штуку тянете вниз, и он выходит. Ставим. Конечно же, ставим не оригинал, вот это TSN. Вообще не вижу смысла в этих вещах оригиналы ставить, потому что их надо менять. Это галимый расходник. Их надо менять каждые 10 тысяч. Чтобы поставить салонный фильтр назад, его нужно вот таким вот образом собрать рукой, вот такой гармошкой, вот так вот пальцем. И заводим сначала верхнюю часть, потом низ. Смотрим, места тут хватает. Оп, зашел и зашел, все есть. Проверили пальчиками, чтобы там все везде стало хорошо. Ну и здесь надо защелкнуть. Все, есть. Защелкнули. Все, фильтр стоит. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи в ремонтах. Пока.